Здравствуйте, друзья! И сегодня я выполняю 5-е задание видеомарафона. И как вы видите, тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Анекдот номер 1 про диету. Решила я не есть после 18. Пропустила 5 котлет через соковыжималку и теперь сижу, пью, не ем. Анекдот номер 2. Иди сюда. Да, сынок, и свинины. Говяжью! Из говнянины! Ну почему, сынок, немного мяса добавляют? Не знаю, какой по счету. Я трезвая, правда. И сейчас. Мужик с похмелья проснулся. Шарш! Шарик! Шарик, сидеть. Нюхай. Ищи. Вообще хотела вот это же одеть. Итак, анекдот номер... 5А. Тоже 5 задавали, по-моему, анекдотов. 5А. Чебурашка и крокодил Гена. Гена, посмотри, что это такое? Желтое. Это чебурашка, красная смородина. А почему желтая? Потому что еще зеленая.
друзья, я недавно была на Бали и познакомилась там я с Диди. Лук со стрелами мне подарил. И анекдотом меня рассмешил. Вот моя балийская шапочка любимая. Диди. Диди. А ты можешь ориентироваться по звездам? На небе. Да, конечно, легко. Это же очень просто. Диди, научи меня, пожалуйста. Ну вот смотри, это же так просто. Там, где звезды, это небо. Ну и бонусом. Мне же задали вопрос. Иванова, почему ты себя так любишь? Друзья, но смогли бы вы всю жизнь жить с нелюбимым человеком. Поэтому я всей души вам желаю. Любите себя. Если вы умеете смеяться над собой, то вы всегда победитель. А с вами была Иванова Лариса.